он захотел создать пароход гигантский и столь роскошно обустроенный, чтобы ни один другой не смог с ним сравниться. И вот воплощение его идеи. Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Я поеду с тобой, когда мы причалим к берегу. Господи Иисусе. Так что половина людей утонет. Не лучшая половина. Я держусь! Крепко держусь!